Свои предложения по проекту губернатору Вениамину Кондратьеву озвучил потенциальный инвестор Сергей Галицкий. Глава региона обратил внимание на то, что важно сохранить внешний облик здания и его первоначальное назначение. Как рассказал Галицкий, это будет киноконцертный зал. В реконструкции станут применять самые современные материалы. Хотелось бы, чтобы мы еще раз сверили часы, потому что вопрос возникает сегодня, конечно, уже активно. Она в таком состоянии, мимо которого уже пройти просто равнодушно нельзя. Ветшает на глазах буквально. Поэтому я готов сегодня еще раз обсудить, что нам нужно для того, чтобы приступить к ее реконструкции. И здесь мэр Краснодара. Мы должны пошагово сегодня понимать, когда мы начнем и когда, естественно, «Аврора» снова примет своих первых гостей. Вот та «Аврора», которая всегда была визитной карточкой краевой столицы. Я еще раз хочу подчеркнуть для всех, что «Аврора» останется в прежней форме, а внутри это уже будет современный киноконцертный зал. И никаких магазинов и там бутиков или что-либо там не будет. Такой досуговый центр, безусловно, который будет только радовать всех, кто к нему придет. «Аврора» останется «Авророй». Ни мы ее строили, ни нам ее и ломать. То, что уже досталось в наследство, давайте наоборот сохраним. Мы, конечно, с очень большой бережностью отнесемся к тем формам, потому что это историчность этого объекта, мы четко это совершенно понимаем. Мы смотрим сейчас, какие киноконцертные залы лучше, мы думаем, каких дизайнеров акустики приглашать и так далее, чтобы дать тот современное прочтение тех представлений, которые внутри будут происходить, чтобы это было на высоком уровне. Мы внимательно отнесемся к озеленению вокруг этого и ко всем остальным вещам, которые прилегать будут к «Авроре». Даже переходы, которые идут к «Авроре», мы все это попробуем дать этому прочтение такое, чтобы горожанам было комфортно. Планируется, что на разработку проекта реконструкции «Авроры» после того, как администрация города передаст объект инвестору, потребуется около 9 месяцев, после чего должны начаться непосредственно сами работы.